Всем привет, с вами Тома, и это видео о подарках от моих подписчиков и зрителей, которые я привезла с прошедшего на этих выходных в Москве конвента Дёрбфест. Видео отчет о поездке уже есть на канале, ссылочка в описании, можете там все посмотреть и узнать, как же лампово проходят такие встречи. Огромное спасибо всем ребятам за всю эту милоту. Давайте ее смотреть. И перво-наперво я хочу сразу вам показать фотографию вот этого костюма, который здесь лежит. Его мне презентовали на первом дне конвента, и я на второй день сразу же решила его надеть, потому что мне показалось, что он неплохо подойдет к тому образу, который я везла. То есть я заменила ту юбочку и ту кофту, которую я приготовила изначально, на эти, но получилось даже, наверное, милее. И это как бы твич-ася, маскот моего твич-канала в косплее Sailor Moon. Что-то около того. Вот, большое спасибо Алексу за этот костюм. Кстати, шоколадки. Это шоколадки, которые надо убрать отсюда со света, пока они не начали таять. Здесь несколько шоколадок, часть из которых уже съедены. Это упаковки. Я не могла их выкинуть, не показав, что такие шоколадки были подарены. И это часть шоколадок, которую я вынула из пакетов, из больших, всяких разных. И они уже тут перемешались друг с другом. Так что я даже не помню, где от кого что было. Вот эти две шоколадки, кстати, темный шоколад. И Крис до них еще не добрался, в отличие от молочных шоколадок. В общем, я их вынула из больших пакетов и переложила в холодильник, чтобы они не растаяли, но в маленьких пакетах там еще есть шоколадки, так что это еще не весь шоколад, но в пакетах он не так травмируется, как без пакетов, поэтому я их убрала со стола подальше. Дальше от Алекса также мне пролетела пионерская повязочка а-ля галстук. Наверное, это со стенда Стали Онграда, как они правильно произносятся, но я не уверена, но, по-моему, такие там можно было в конкурсах различных выиграть или типа того. Короче, это красный пионерский платок. Еще одна одежда, точнее аксессуар, который очень хорошо наэлектризовал пакетик, это вязаная шапочка с меткой Rarity. Тепленькая и мягонькая, связанная своими рученьками. Вот, большое спасибо. И, кстати, автор шапочки, напиши мне, пожалуйста, свой ник в комментариях, потому что я тебя визуально, ну, очень хорошо успела за конвент запомнить, но вот ника или имени, к сожалению, я так и не запомнила, если ты мне его, конечно же, называла, потому что шапочка была без подписи. Что насчет костюма, то к костюму еще шел вот такой альбом. Там, кроме самого альбома, много всего интересного. Давайте я вам буду по порядку показывать. Ну, во-первых, человека зовут ALX, Алекс. Примет меня этот подарок на память официальных комиксов «Долго ждать», не знаешь, когда они выйдут, поэтому у меня возникла идея нарисовать свой и подарить его тебе. Надо всегда ценить дружбу, в это я верю. Улыбайся, и все у тебя будет отлично. Крепкие обнимашки. Мне действительно нравится Твайлайт, именно ее я первой полюбил, но мне нравятся все пони. Вот, и здесь, вы не поверите, это все рисунки Алекса, не только рисунки. Сейчас я вам все по порядку покажу, но сначала я покажу сам альбом, потому что это реально комикс. Это реально комикс про его ОС, Sun Flying, или коротко Саня. Вот, Пегас ОС, и он пролетает в Понивилле, помогает персонажам, ну, точнее, главным героиням, и не только главным героиням, а с различными напастями, включая переодевашки для косплея и все остальное. В общем, и это реально целый комикс. То есть этот вот этот альбом, это все сплошные рисунки карандашиком. Да, тут еще и в Манхэттен они успевают съездить, и Кейден с Шанингом повидать, и на море. Короче, очень много приключений у понях. И все это реально нарисовано руками в эксклюзивном экземпляре. Кризалис тут у нас, и Сейлор костюмчики под конец подвезли. Короче, сюжет закрученный. Вот, как вы видите по картинкам Темпест. Также, кроме артов внутри комикса, есть два артика просто на листиках. Рерити у нас, цветочная фея, платье, и Твайлайт малышка. Вот. Кроме рисунков, мне презентовали стикеры Sailor Moon. Как вы знаете, тоже моя любимая тема. Ну, логично, когда дарят костюм Sailor Moon, то стикеры Sailor Moon напрашиваются как бы сами собой. Вот, также здесь две закладки для книжек. Тоже Твайлайт матросочки и Пинки.
И наклеечки классические, с поняхами. Из официальных артов, фан-артов и не только. Вот столько много. Это как? Это вообще так или так? Тут как-то половина стикеров так, половина так. Он двойной, типа перевернутый. Много наклеек хороших и разных. Дальше у нас идет пак косплейных открыток от Эссарил и Капитана Себастьяна. Я надеюсь, я правильно произнесла ударение. Коротко, от Эсси и Али. И я вам их покажу. Если вы смотрели видеоотчет, то именно эти же косплееры были в больших костюмах своих ОСов в форме из нового Стартрека Discovery, выговорилась третьим разом. Здесь они косплеили Сомбру и Флаттерша. Это они делали фотосет еще летом и делали этот пак почтовых косплейных открыток для, в том числе, различных пони-конвентов. Например, летом они ездили в Европу на фестивале, туда их возили, насколько я понимаю. Вот и мне тут перепало. Эти фотографии они публиковали и просто в открытом доступе, но в качестве почтовых карточек для друзей броняж. Если что, такой пэринг действительно есть. Флаттерша и Сомбра — это не прямо из головы взятая пара, а такие арты и не только арты действительно встречаются. Очень классные фотографии. Классные костюмы. И теперь это все у меня тоже есть, еще и с автографами авторов. Еще одна открыточка новогодняя от Единорога. С наступающим Новым годом, удачи! 2020 год. Артик тоже милашный, симпатичный. Еще одна открыточка. Это дёрбфестовская, которую можно было на конвенте Дёрбфест Infinity. Знак бесконечности. Такие открыточки раздавали на конвенте, кажется. По крайней мере, мне ее принесли и подарили. Потому что я сама от стенда, конечно, далеко не могла отходить. Вот, спасибо большое. И кунбук мне тоже презентовали. Кунбук, если кто не знает, это книжка с планом мероприятия, расписанием, словесным описанием панелей, которые на нем будут. Кстати, автор дизайна и верстки Уликс, иллюстрации, я не произнесу этот ник. Вот, очень классненький кунбук, он в этом году в космическом стиле, как и весь конвент. Мы были вот тут вот, Тома Крафт, столик 24, хотя номеров столов нигде не было, поэтому всем оставалось только догадываться, где какой. И расписание конвента плюс рекламные баннеры. Здесь могла быть ваша реклама. Недовыкупили одно место. И спасибо организаторам и прочим ребятам, перечисляются, которые приняли участие в организации конвента. И важная страничка автографы любимых пони, на которой я много-много раз расписывалась за фестиваль. Кстати, очень приятно, что подходили за автографами, до сих пор подходят. И сзади, кстати, есть список для квеста. Квесты делились на несколько категорий. Это небольшие задания, которые могут проходить пользователи на конвенте, если им совсем скучно или нечем заняться. Хотя по мне и по видеоотчету вы видите, что на конвенте было столько много разных развлечений, что квест, наверное, мог быть приятным дополнением, потому что заняться явно чем было. Inspiration от автора под ником, который я не могу разобрать. Серьезно, вижу только первые две буквы и последние. Но этот арт рисовался еще в 2015 году, и тогда мне его не отдали. Ну вот, как-то награда нашла своего героя. Спасибо большое, очень приятно. А также у нас конвертик от Ксюпав. Спасибо за все, что ты делаешь, все получится. Там у нас наклеечка с Твичасей. Но мы же только что провели стрим, дайте хоть поесть. Вот, и эта наклейка, ее можно наклеить куда угодно, только сними защитную пленку. 2.3. Большое спасибо. Очень миленько, и в конвертике в отдельном. Дальше у нас Inspiration, Friendship is Magic. Ник вы видите на экране, Lazy. Дальше я опять совру, скорее всего, в названии ника. Вот, ну в любом случае арт шикарный. Дорогая Тома, спасибо большое за твои видео, они прекрасны. И ми-ми-ми. Еще одна Inspiration с бабочкой на носике от Лизы для Тома. Вы меня вдохновляете. Это классно, когда у тебя пони с именем вдохновение, она вдохновляет других. Еще одна Inspiration от Moonlight Song. Это я могу прочесть у Рашеньки на коричневой крафтовой бумаге. Такая вот лошадка. Все, сзади подписи нету. И письмо от Эстер Стар.
Вот, или от Эмили. Она же Эмили. Дорогая Александра, креативный канал Тома, самый лучший канал в мире. Именно он меня вдохновил на YouTube. И именно вы вдохновили меня на видео. И пусть G4 закончился, но я уверена, что вы полюбите G5 и будете с ним снимать видео. Удачи вам и всегда быть такой же позитивной. Несмотря ни на что. Спасибо большое. Также у нас здесь есть интересная вещь. Причем эта вещь еще мне, я так понимаю, предназначалась на день рождения, но в то время она до меня не добралась. Это пазл. Пазл с моим артом Inspiration. Вот он двойной. Вы видели мой арт Inspiration. Я вам, наверное, вставлю его сейчас на экране для тех, кто не видел. И это этот же арт просто в виде пазла. Я не буду доставать пазл, чтобы его ломать. Очень классная штука. Собирать саму же себя. И он, соответственно, большой двойной на А3. Да, А3. 2 А4 это А3. Все хорошо. Я еще умею считать. Дальше. Дальше у нас две коробки материальных подарков, хотя какие-то открыточки и рисунки там еще будут. Начнем мы с того, что вы наверняка уже все заприметили и вам очень любопытно. Это набор с семейством Кристальной Империи, перламутровые Кейденс с Шайнингом и малышкой Флёри из коллекции Best Gift Ever. Спасибо огромное Маше за этот чудеснейший подарок. Это еще не все, там еще маленькие коробочки. Это уже новогодний подарок. Ребята презентовали мне его вот в таком огромном пакете. Он очень огромный и не влазит в кадр. Но, чтобы вы понимали, именно в этом новогоднем пакете мы с Крисом... Тап, короче, еще вот с Новым годом. Именно в этом новогоднем огромном пакете мы с Крисом везли обратно все-все подарки. Так что спасибо ребятам не только за сам подарок, но и за большой пакет. Они стеснялись, что он такой большой, но он оказался в самый раз, чтобы все-все увезти с конвента. Потому что у меня мои запасные пакеты были все достаточно мягкие и не хотелось... чтобы что-то из подарков помялось. Просто не передать словами, насколько я рада получению этого набора, потому что это мои любимые персонажи, мой любимый перламутр, рождественская тематика, скоро Новый год. Смотрите, какой симпатичный арт у нас сзади. Вот, это, конечно же, моя была большая хотелка. Шайнинг у меня вообще этот первый будет. И я думаю, я еще 10 тысяч раз буду высказывать свои восторги в отдельном видео по этому набору, которое, конечно же, будет, куда я денусь, и которое, конечно же, должно быть где-то в декабре под Новый год. Я думаю, ближе к делу ожидайте ролик, ближе к праздникам, чтобы поднять вам и себе, конечно же, настроение. Но до этого тоже будут ролики, которым я буду подогревать ваш интерес к новогодней тематике. Кроме набора с королевской семьей, в пакетике еще были сюрпризы Best Gift Ever. Их аж 13 коробочек. Я пока не смотрела коды, кто именно там был. Это все продавалось одним комплектом, я так понимаю, на том аукционе, где ребята его покупали. Поэтому они, по-моему, сами не знают, что там за поняшки. Но в любом случае, какие бы поняшки там ни были, я им тоже буду очень рада. И это мы тоже посмотрим в отдельном видео. Потому что здесь есть что посмотреть. И в этих коробочках тоже очень классные тематические новогодние карточки персонажей. И я тоже думаю, это будет прям бомбезно именно под Новый год снимать. Вам наверняка тоже понравится. Продолжая тему Кейденс, у нас здесь есть кастомная Кейденс от Данилы Басова. Смотрите, какая барышня. Еще и коробку ей откастомизировали. Коробка похожа на коробочку от кружек. Наверное, от нее и есть. В общем, кастомная коробочка с кастомной лошадкой. Давайте ее достанем и посмотрим. Смотрите, какая у нас коварная версия Кейденс. Мне напоминает это панк-стиль 80-х, яркие такие пряди, вот этот вот эрокез начесанный и все остальное. Мне кажется, реально очень похоже на моду 80-х, но, возможно, Данила, если ты имел в виду что-то другое, ты можешь об этом написать. Хвостик трехцветный, пушистый, грива такая же трехцветная, начесанная, эрокез. Макияж я вам уже показала. Глазки смотрят в одну сторону, и тело у нас покрыто нанесением кистью с капельками. Вот, крылышки сзади. Со всех сторон посмотрели, очень классный кастом, но такая дерзкая и коварная. Хотя, учитывая, что в прошлом году я на конвент ездила тоже в таком готичном образе Кейденс, я думаю, Кейденс может быть разной. И в любом образе она очень классная. Спасибо огромное Даниле, реально супер-пупер лошадка. И тут есть еще одна кастомная лошадка.
Вот в этой коробочке у нас от Чары для Тома. Там у нас Inspiration. Смотрите, какая веселая и задорная Inspiration. И грудка у нее с пушком. Милашка. Она, кстати, тоже перламутровая и блестит. Прядки в гриве у нее тоже частично перламутровые. И даже есть меточка с обеих сторон. Очень здорово. Действительно красивая лошадка. Супер, мне очень нравится. Она такая щекастенькая. Я люблю щекастеньких, как вы знаете. Большое спасибо Чаре за лошадку. И переходим к последней корзинке. Давайте пойдем по порядку. Начиная вот с этого симпатичного пакета. В симпатичном пакете разные вещи, сразу скажу, от разных людей. Например, вот эта коробочка у нас от Блиссера, от крафтера Франческо. Я вам вставлю еще скриншотик группы этого автора, наверное, там, где упоминалась эта подвеска. Мне ее уже скинули после конвента, так что я ничего себе не спойлерила. Здесь у нас мои любимые Рэри Джек. И внутри у нас, смотрите, какая классная вещь. Крафтовый брелок с меткой Inspiration. Сделанный из многослойного количества бумаги, проклеенного клеем или типа того. Насколько мне объяснили, но в любом случае оно достаточно твердое. И издалека, кстати, даже похоже на акриловые брелки. Плюс, смотрите, здесь идет выпуклая часть, рельефная. Очень здорово. С разноцветными колокольчиками, бубенчиками. Классная штука. Логотип автора. Огромное спасибо автору и Блиссеру за подарок такой. Я его, конечно же, повешу дома на почетное место и буду любоваться. Это значки вроде бы тоже с инфостендом. Мне приносили их ребята. Но, судя по дерпи и второму маскоту Moondrive, это где-то оттуда копыта растут. Стильные и позитивные персонажи. Еще мне на конвенте принесли аж двух бражников. Один от Джейка, второй от Маши, которая дарила понях, и Маринет. Леди Баг у меня в коллекции была до этого, так же как Адриан, Хлоя и Алья, по-моему, у меня там еще были. В общем, ей два бражника и Маринка. Да, если кто не в курсе, то я смотрю Леди Баг, да, и даже у меня есть некоторый мерч по этому сериалу. Вот это поворот. И еще тоже подаренный магнитик с Тироком, его братом Скорпаном и Дискордом. И они тут в таких брутальных, мафиозных или ковбойских, не знаю, так, ковбойских скорее нарядах. Да, наверное, ковбойских скорее нарядах с револьверами и прочим. Это магнитик. В этом пакете всего этого не было, потому что в этом пакете был вот этот арт Inspiration с Твичаси и Фелицией, маскотом моего второго канала, от Дарьи Мироновой. Огромное спасибо. И плюс здесь у нас сладкий сюрприз с пазлом по Frozen, по второй части, на которую относительно сегодня я скоро пойду. Молочный шоколад конфетерей с подарком. Возможно, от Даши было еще что-то в пакетике, но, возможно, это что-то куда-то благополучно перекочевало. Вот, поэтому я заранее извиняюсь, что этого тут уже нет. Но мне несколько проблематично возить подарки, не пересортировывая их совсем. Так что мы переходим дальше. Дальше вот этот пакет, мне кажется, я не трогала совсем. Поэтому, возможно, он в первоначальном состоянии. Здесь у нас еще одна шоколадка Аленка, которую надо убрать тоже от ламп. Дальше у нас здесь мыльце. Мыльца с персонажами главной шестерки, мыло ручной работы и маленькая веревочка в комплекте. Очень важно. И еще в пакетике была лошадка. Это у нас космопони, наверное, да? Надо посмотреть, что-то я не помню. Мы похожи на космопони. Кристальную версию Тома Дёрпфест. Какая милота. Здравствуйте, дорогая Тома. Мы просто хотим сказать, что нам очень нравится ваш канал. Особенно пони новости, которые мы смотрим уже который год. Очень надеемся, что YouTube не лишит вас возможности продолжать делать это. Сейчас поняша переживает трудные времена из-за закрытия сериала, но вопреки распространенному мнению, благодаря таким людям, как ты, наш фантом будет жить еще очень долго. Спасибо вам за все и удачи, мира. И я не могу прочесть, как всегда, правильно второе имя. Но огромное спасибо. Следующий пакетик. Синенький, веселенький. Здесь у нас еще шоколадки. Еще две шоколадки, которые требуют срочного спасения. Соленый миндаль и йогурт клубника. Спасибо огромное. Больше шоколадок, богу шоколадок, учитывая, как быстро мы их с Крисом едим, потому что мы жуткие сладкоежки. Все, из пакетика я все достала. Здесь у нас магнитик с поняшкой. Что за поняшка? Не знаю, что за поняшка, но магнитик классный.
Красота какая, правда? Возможно, это мунденсер, похоже, по крайней мере, но, возможно, и нет. Дальше здесь у нас еще есть артики и письмецо. Доброго времени суток, не хочу упускать возможность сказать, как я вами восхищаюсь. С самого детства и по сей день смотрю ваши видео. Вы вдохновляли меня на косплей-творчество. Хочу сказать спасибо за старания, что вы вкладывали в создание контента. Хочу подарить скромный подарок в знак стараний. Наташа, 19 годика. Спасибо огромное. Рисуночки. Какая классная inspiration. И какая милашная отвечается. Слушайте, прям вообще. Как классно. Вот рисуют же люди, да? Нет, серьезно, очень красиво. И очень, знаете, так художественно действительно нарисовано. Супер. И тут у нас наклеечки с Рерити, со Спайком. Рерити русалочкой, Спайком. Рерити такой, Рерити такой. И там еще есть Applejack. Это, по-моему, из альбомов с наклейками. Такие там, где стол наклеек. Дальше здесь у нас еще значок с винилкой. Больше значков. И плакат. И арт очень красивый. Я не знаю эту лошадку. Возможно, это ОСК, возможно, не ОСК. Но она явно читает книгу про драконов. И рисунок вроде Яковлева Влада, если я не ошибаюсь. Можете меня поправить, если знаете автора. Можете скинуть мне даже ссылку. Очень красивый рисунок с проработанным фоном. Действительно плакатная работа. Урашеньки, последний пакет. Там тоже всякое разное, много всякого разного. Первый у нас лежит Пинки конвертик. Был такой молодой человек, который ходил по конвенту, спрашивал, Пинки или Дёрпи? Ты говорил ему Пинки или Дёрпи? Он доставал из сумочки сложенный оригами такой. Короче, вот этот квадратик, он был сложенный, и он его тебе надувал и отдавал квадратик. Квадрат Пинки и квадрат Дёрпи. Еще у нас здесь есть единственная моя покупка на конвенте. Это два покебола китайских, открывающихся по 50 рублей штука. Это у нас Хиллбол и Квикбол. Да, я еще и по покемонам. Я купила нам с Крисом эти два шарика, потому что мы с ним давние фанаты покемонов. И покеболов у нас достаточно мало дома. Всего лишь один, и то уже старенький, выцвевший. Вот, а эти два новых, да еще по символической стоимости не могла пройти мимо. Ну, вы видите, что да, прямо как я и Крис. Гавайный и суровый. Но это еще не все. Да, вы видите там очень большую милоту, но я ее покажу в самом конце. Аналогичная парочка у нас есть брелоков. Брелоки, лапки от вот этой мастерской. Симуран. Я надеюсь, я правильно читаю. Вот вам адрес ВКонтакте, наклеечки от нее же. И, кстати, именно ей я вязала на заказ покемонов, которые я вязала. В общем, фэндомы, они так тесно переплетаются. В общем, наклейки лапки нам задарили еще. Вот, и вот такие вот лапки фетровые. Тоже она нам принесла просто тарелочку и сказала, что мы можем выбрать себе по брелку, которую мы хотим. Мы выбрали, ну, угадайте, кто какой выбрал, собственно говоря. Я думаю, несложно догадаться. Спасибо огромное. Крафтовые подарки всегда самые прикольные. Такие вот лапочки. На этом крафтовые подарки не заканчиваются. Деревянный значочек с Fluttershy. Тоже постараюсь найти группу автора и вставить, если она есть. Я знаю, кто автор, но я не уверена на наличие группы. Но если есть, я вам скриншотик на экране вставлю. И последнее, но не по значимости. Это вязаная Inspiration с вязаной кексиком Pinkie Pie, судя по цвету. Ее мне подарила Skillpill. Я вдохновила ее на вязание, насколько я поняла. И смотрите, какая классная! Не могу. Она мне так понравилась еще на конвенте. Она очень смешная и очень прикольная. Просто сама милота. У меня никак не доходят руки себе связать какую-нибудь вязаную Inspiration. Три часа я пробовала делать, но делала опять-таки не себе. Но теперь у меня есть вот такая вот классная, вязаная, милашная Inspiration. Еще и с кексиком. Это просто вот этот кексик, это дополнительная милота в квадрате. Серьезно, очень приятно, что я своим творчеством вдохновляю на творчество других людей. Это очень классно. Огромное спасибо всем, кто подходил ко мне на конвенте, говорил какие-то приятные слова. Фотографии некоторых из этих людей вы видите сейчас на экране. Я надеюсь, никто не стесняется, что они здесь мелькают. Такие поездки действительно вдохновляют на дальнейшее творчество, потому что заряжают тебя позитивными эмоциями, позитивной энергией и вообще конвенты, фестивали и прочее. Единение людей со схожими интересами, они всегда приободряют как-то. Я стараюсь делиться этими впечатлениями в меру своих
возможности через свои видео. Надеюсь, вы тоже чувствуете хотя бы капельку той дружбы, магии, которой люди делятся на конвенте через мои отчеты и прочее. И я полностью согласна с ребятами, несмотря на то, что у нас переходный период в фандоме, заканчивается 4-е поколение, стартует скоро 5-е, непонятно, 4,5. Но сами люди все еще любят поняшек, даже если кто-то из них уже даже не смотрит сам сериал, допустим, какое-то количество времени, именно пони, как что-то доброе, милое и дружбу магичное, все равно остаются в наших сердцах, и такие конвенты как раз-таки позволяют вот, окунуться в эти эмоции. Дружелюбие со стороны окружающих — это очень здорово. Еще раз спасибо всем огромное за поднятое настроение. Увидимся в следующих роликах на канале. Обязательно посмотрите видеоотчет, если еще не посмотрели. И надеюсь, что вам было интересно это видео. С вами была Тома. Пока!